Сегодня 9 января 2009 года. У Александра Ивановича Кениха, нашего папы, день рождения. Вот мы его поздравили. Сидит, ждет нас. Вот печку он затоплять старается, но не получается. А бабушка еще лежит на кровати. Кричит. Тоже. Ну и пусть забирает. А тоже сколько потеряли? Мы покупали много. Да я думала, Серега ждет. Вот эту пошли. Вот там зеленую вот эту вот. Ну у нас типа такого же тоже. Вот. А, Вова, такой давай. Мы одну где-то снял, кто-то бросил. Еще одна будет. А то он покупать хотел. Тань. Длинные. Да их сколько повыкидывали, попадают. Вот, Юль, смотри. Снимает опять. Встань сюда. Танечка, иди сюда ко мне. Иди скорее. Ну, пошлите, грибы посмотрим. Пошли. О, Шуня, ну иди сюда. Вот, я тебя увеличил. Ах, какая. Клубника у них тут не обработана ни хрена. Ну, ничего, специально не оборвали. Кто я? Вешенки? Да. Какие-то грибы вешенки? Это поганки? Это поганки? Самые грибы хорошие. Да ты что? Вы их поливаете здесь, ходите? Да поливал я. Здесь не поливал. Вешенки какие-то. Это что, они туда от пеньков растут, эти вешенки? Да, вот смотри, вон, видишь, какие. Вон и рыбы залазят еще. Шан, да, доченька? Наш почти вот такой уже стал. Прошлый год. А вот смотри, какие. Ё-моё. Вон сбоку. А вон сбоку. И что делать там? Вон, сварите, хоть жарить, хоть солить. А вот сбоку, Миш, я не видела, вылезли. Ну, давай я никогда я тебе показывал. Дед, ну срежут все сегодня, завтра срезать все. Ты полосатый! Эй! Свинец, вот. О, хорек, а! Второй! Нету больше, не продают их? Нет, там нету. Чернуший полосатый. Пря, мы брали котик. В апреле. Разница есть? Ну, все равно, глянь, как вы это выросли. Нет, Вася, разница. Вася! Вася! Сейчас, если вот... Васька! Холодно, ах ты, хорек! Алешка своего заберет, и мы свое. А куда? Мне вторая сказать некуда. Один Лешкин, да? Один Лешкин. Ну, у Лешки тоже семья. Юлька на новоселье. Шапку сняла, мам, блин. Да ничего я не сняла. Да нет, я тебя же не трогаю. Я ж играю с тобой. Погонялки. Давай, шевелись, ё-моё! Что, боялся? Что, дорога нормальная? Да, вообще. Дороги там что, дождь? Да, Лёх проедет. Это Саша покажется. Пусть он на тебя посмотрит. Помаши. Что, давай, бать, давай, до свидания. Пока. Давай. Давай, Саня. Печки получает. Включи, Матюша. Ну вот. Как бабушке вот дала генец получить. А Райхефрау? Это, брау, значит, богатая. Да, давай, расписывайся там. Я что? Уже все расписала, все деньги. Сфоткай. Канун держу. Да. Сфотографируй, да. Макс тут фотоаппарат навел. Ну, бабушка, улыбайся. Это вы социальный работник или как вас там зовут? Нет, почта. Почта? Почта. Да, нет, и что, надо приносить прямо пенсию? Да, мы носим пенсию. Что рано? И все обижаются на Россию, ой, мало, да, мало пенсию платят. А тут, оказывается, на дом прям приносят. Работники это работают, они убираются. Да, полы да. Моют, там, за хлебом ходят, коммуналки платят. Это вот соцработники. Таня, девочки мои. Не знаю, где. Так, едем на Зорькино. Вот эта деревня Подлесная здесь сбоку. Справа, слева. Еще дальше. Еще, Леш, далеко там? Ну, вот да? Подлесная проехал.
тополя сейчас поворот будет. Вот, видишь? Зорькина. Зорькина. Налево поворачиваю. Тут даже гостиница он есть. Налево поворачиваю. Это вон то Зорькина, да? Ну вот она, вот здесь. Да? Ну, дорога между тополей таких. Вот у нас справа ферма. Ферма тут у них справа. А вот въезд в деревню уже тут. А где он тут жил-то хоть примерно? Улица Ленина вот эта вот. Где Ленина, вот это? А. Где тут хоть центр, где контора хоть? Да фиг его знает, что тут. Проехать так немножко. Ну тоже дороги, как и в России, да? Да. Вот этот старый дом. А вон, да, вон костёл там какой-то у них. Это новый строит, что ли, или что такое? Вот это старые дома, вот это вот деревянные, это скорее всего немецкие дома. Вот, ну точно. Да, вот, это немецкие дома, да. Вот немецкий вот. Дом, это 100% немецкий да, дом. Да, да, да. Вот слева. Вот, да. Железом перекрыт. Это, видать, да, это их не центральная улица. Вот тоже. Вот, справа. Но это чисто немецкие, да. Да, кирпичные. Вот здание. А вот немецкое. Здание, это контора, видать, у них тут. А здесь что, у них церковь, что ли, что-то, да? А ну да. Вон, еще часы даже. Туда к магазину подъедь, я так сниму хорошо. Там кран какой большой. Тут, и, тут раньше, вон, видишь, его реновируют, там, видать, что-то была старая постройка. Ну, да. Забором все закрыто. Вот старый. Да, вот старые тоже дома-то. Немецкие. Как рынок. Что, туда подальше проедем? Ну, проедем туда дальше, потом там в центре остановиться я получше, этот храм сниму. От школы, наверное, стадион у нас, да? Ну, да. А школа тоже, вон она, школа. Памятник. Ну сейчас будем ехать с той стороны, будет видать где. Вот там на берегу Волги, вот и в берег снимай Волги. Вон Волга там, да. Берег крутой там. А что, неплохая деревня, да? Нормально. Ну и все, деревня закончилась. Да, тут деревня закончилась. Пошло уже в другую деревню, дорога. Это Васильевка там? Там? Там Золотовка будет. А, Золотовка, да. Да. А вот туда съехать можно, не? Низенькие дома. Вот памятник стоит справа во дворе. А вот это кто там? Этому? Ленин? А, солдатам? Солдатам, да. Это школа тут? Школа, а там, наверное, контора.
А туда на ту улицу можно проехать? Сейчас посмотрим. Со всех сторон установили. Они правильно идут? Остановил там около магазина, я с него получше. Да, наверное, отсюда лучше будет. Ну, стой здесь. Может, фотографии? Ну, вот деревня ваша. Какой костёл хороший, мощный. Тут магазин у них, наверное. Ой, как еще искать? Католическая или евангелиш? По-моему, лютеранская. А? Лютеранская. Лютераны. А лютеране, ну да, евангелиш, ну, я. Да. Да, мы сюда приехали. Мой друг живет в Сибири, и его отец здесь родился. Он, правда, уже не живой, помер. Ну, это восстанавливает тоже этот хозяин, у него когда-то здесь жил отец. Да? Да. Ага, Зорькина. И вот мы приехали сюда. Он попросил на видео снять. Тут эти... Вот это все немецкие дома, да, вот здесь? Да, да. Ну, прям здорово, да. А вот где он, где они жили, Кёниг? Не даже я не знаю. Я сама не... Вот Галя на место, она может рассказать. Я сама не место, но знаю, что это. Мы и подъезд снимать. Ну, я это самое. Мы приехали... Ну, у меня друг живет в Сибири. У него здесь отец родился. И он мне сделал такой наказ, попросил сюда в Зорькино. Мы-то здесь живем. Я в Германии живу. А мама у меня здесь живет. Я вот приехал тут навестить. И он мне позвонил, говорит, доедь до Зорькино, пожалуйста. И это... А фамилия-то как? Кёниг. Ну, Кёниг, в Васильевке нас жили. Кто? В Васильевке жили, Кёниги. В Васильевке? Да. О, мы сейчас тут туда доедем, да. Он сказал, вот Зорькина и Васильевка, правильно? Ну, да, Васильевка. Ольга Кёниг со мной это училась. Ольга Кёниг? Да. Да вы чего? Ну она вот. В Германии, тоже. Тоже в Германии? Здрасте. Здрасте. Да, окей, мы сейчас до Васильевки тоже дойдем. Спасибо вам. Да. А вот такой костел хороший строят у вас тут. Евангелиш, да, это? Лютеране, да? Да, лютеранская, да. Она была уже здесь, церковь эта, да? Ее просто реновируют? Ну, нет, она же это самое, был у нас как ее, клуб здесь же был. Чего? Клуб. А, клуб здесь был, клуб, да. Сделали клуб с него. Потом он там, колхоз был, они отреставрировали вот эту лепку, все очень красиво сделали. И он сгорел у нас зимой. Сгорел. И вот сколько лет он стоял, и вот нашелся у этого. Ну, молодец, да. Белгорода. Доброе дело. У него здесь бабушка. Ну, мы тоже, отец у меня, он здесь родился, в Новосибирске нас. Да, тебя. Спасибо вам большое. До свидания. Саш, а как тут приближать на фотоаппарате? Покажите. Сейчас. Наш машина. Отец родился. Ну, верно, я не знаю. Но... А он у него где отец? Умер или? Да, дед Саша-то помер уже. А он где? Там, в Сибири же? На Бажинске похоронен, да. А где тут? Вот там мост или да что? Вот это, наверное, следующее. Я что-то дорогу собрались делать, что ли? Ну, что насыпали.
5 минут. Вот она, Васильевка. Это у них, ну, это во всех, как в Бобровке, центральная одна улица и все, да? Ну, да. Железом крытый даже. Железо, да. Да, они все на один лад. Он у нас в Бобровке такой же дом был. Раньше строили. Где не лес брали такой? Все деревянные. Вот тут чудо. Центральная 40. Кого-нибудь увидеть, спросить. Что здесь спросить? Где-то, говорит, Кенниховы здесь жили. Дом их не. Что, думаешь, кто помнит, что ли? Ну, я-то с продавщицей, с продавщицей разговаривал. И что она говорит? Она говорит, да, она говорит, это училась какой-то даже Кенни. Ольга, по-моему. Да? Да. Говорит, они в Васильевке жили. В каком они году-то отсюда уехали? Ну, я не знаю. Ну, это вся улица, немецкие дома, вон они. Вот, смотри, войско, крест. А это магазин тут у них? Или что это? Добро пожаловать. Да, магазин. Что такое? А Ольга Кенниг, это кто? Дочь его, что ли? Не, я не знаю, но наверное, родственники, может, какие-то. Это что, газ так они изломали? Еще, смотри, не лопнул, да? Так что Кенниг, спроси, кто такая Ольга. Не знаю. Ну, вот продавщица мне сейчас, я расспрашивал. Пацаненка, тут как выехать-то на дорогу прямо? Ну, давай. На трассу. Скажи, пожалуйста, на трассу, где здесь выехать? А вот прям есть по асфальту, там конец направо. Все, спасибо. Назад, чтобы потом не прыгать здесь, правильно? Ну да. Хоть бы дома взрослого видеть. Никого не видать, е-мое. Вот те деревни глухие, что да. Ничего тут тебе и не увидишь. Это 42 километра отсюда, да, уже? 40, 45 уже. Побольше, да. А тут до Волки недалеко здесь где-то. Да нет, вот же на берег идет. Ну. Заросло. Ну вот брошенные. Уже, видать, что-то ремонтируют. Купил, видать, старый дом, да? Вот это. Массовый вот этот. Запорожец. Ты гляди. На мой похож. А тут вот. О, 1908 год. Это что тут у них такое? Видать? Подожди, остановись, я выйду. Тельно или что такое, да?
А вот это что такое? А спросить можно? А вот это? Вот это что было? Вот 1908 год показан. Это мельница была. Мельница? Да. Да вы что? Да, муку тут мало. А то вы не знаете, тут, говорят, кенюхи жили. Кеник. О. Ольга Кеник, говорит, вроде где-то. Сейчас я немца вот выведу, у нас знакомый. Да? Он их знает. Да, хорошо. Мельница. Ну, вот сейчас я приблизю ее. Девятьсот восьмой год. Ну, если в это 908 году построено, значит, ее дед Саша должен помнить. Тут, это, говорят, Ольга Кеник жили. Не знаете, где, в каком доме тут? Да, там жила. Где? В том краю. Вот ее племянник. Да? Да. Что, правда, что ли? Правда. А кто ты? Ты же Меркель? Да, так, дальний родственник. Дальний родственник? У тебя тоже фамилия Кеник? Нет, Меркель я. Да? Ясно. А мы это... я сам в Германии живу. А приехал сюда, ну, мама у меня тут живет, навещать ее. Друг мне вчера позвонил, он живет в Новосибирске. Его отец родом вот с этих краев, Зорькино, Васильевка, вот эти дома, да? Базы, блядь. А? Базы, объясню. Да. Один. Да. Смотри. Он говорит, да какая, объясни. А там кто живет сейчас, там нет? Живу там люди, да. Там чужие люди, да? Они чужие, да. С Казахстана, да, приехали. Они еще дома, нахуй, заняли немецкие. Ну ладно, тогда это. Ну да, я сделаю, делают. Да, мужик. Молодец. Просто делают, да. Вот это просто делай. Ума, блядь. Вещь. Скажи, да. Здесь еще мелкий. Я сейчас здесь мелкий работаю. А что, отец, если что, можешь поснимать, зайди. Тебя не поругают, что-то. Да? Мне сказали, что можно зайти посмотреть даже, какая была мельница здесь. Чисто немецкая. Ни окон, ни дверей, все разграблено, все разбито. Ой, а. Тут, наверное, вход. Входа нету здесь. Здесь вход, наверное. Ой-ой-ой. Ой. Здание еще крепкое, все. А ни полов, ничего, все повыдрали, все поизломали. Мах. Хольц, дерево какое, крепкое, еще сухое, ему 100 лет еще ничего не будет. Балки какие. Вот как раньше строили. Жаль, жаль, все так заброшено. Едем дальше. Это вот это сейчас... Сюда на выход, да? Чего он у тебя пищит? В советские времена была хорошая деревня, что он говорит, да? А, все разломали. На выезд домой поехал.